штучки для защиты тормозов, всяких тросиков, от того, чтобы они перетирали раму. Такая фигня. Это вот модный чехольчик под смартфончик. Типа водостойка, она не закрывается ни хера. Типа молния, водостойка, нитки торчат, штука, можно подключать сюда заряд. Самая такая сумочка, короче, модная. Я даже не знаю, что в них. Только всякое прохладно. Подарков-то нету там. Что взяли легайки? Нет, подарков нету. Слышите, для тормозных тросиков. Модные такие пафосные красненькие, короче. Тросики. Я это вырежу, ладно. Так, еще короче пакетик. Все поймут. Да. Вы не думайте, я не делаю ничего противозаконного. Это просто вот такая херня. Я даже не знаю для чего. Это Серега мне потом расскажет. Зачем это нужно? А, вот эта штука тут, короче, вольтметр, амперметр. Он светится, подключается, короче, тут датчики всякие. А это типа не шатай. А это, я так понимаю, какой-то трансформатор. Короче, сюда подключаются одни батарейки, а на выходе другое напряжение. Вот что это такое. Это, короче, преобразователь. Или ток, или напряжение. Или что-то. А это вот мерить. Ток и напряжение. Вот. Это какой-то там будет супер техника. Еще один пакетик. Какая-то черная херня. Смотрите, что я нашел тут. А, это термоусадка. Это супер-пупер понтовая термоусадка. Супер-пупер понтовая термоусадка, короче. Для акумов. Стоит что-то вообще недорого. Можно термоусаживать всякие штуки. Мне по барабану видно, там один огромный, вообще огромный. О, даже открывается. Огромный пакет. Барахло. Оп. Провода. Провода тут идут для велофар. Ну, типа всякие штекеры, разъемы. Я тут заказал всяких разных. Вот это вот папа-мама. Штекер. Вообще круто. Прям четко все держит. Вообще офигенно. Только проводочки аж коротенькие. Надо будет наращивать. Ну, блин, прям качество вообще шикарное.
долго я их ждал. Я ждал их где-то, наверное, полгода. Потому что первый раз их потеряли. Так, а есть, короче, второй тип разъема. Только я не вижу. А, вот они. Они, короче, вот такие. Двухконтактные. Они вставляются друг в друга. Да, как-то они очень туго. А, тут даже есть этот направляющая резинка. Вот герметично и закручивается. То есть это вообще для каких-то супер-пупер подводных экстремальных вообще вариантов. У меня их много, продаю тебе. И, короче, вот такая штука. Прикольная. Что-то вообще за копейки я купил. Это прожектор, который будет гореть, да, разным цветом. Сейчас давайте попозже попробуем пульт. Сейчас посмотрим, если. Да, и батарейки там тоже есть, там пластинка. Пульт с батарейками. Вот. Только это радиопульт. То есть можно как угодно направлять. Это вот я себе на крышу хочу сбабахать. У нас будет дом такой с прожектором. Да. Там все настроение. Да. Ну там красный. У нас красный, а у нас красный зеленый. Ну, сейчас мы его подключим. Сейчас там это провод там поставим. Еще один маленький пакетик. Ага. Так, это, короче, штучки, в которые вставляются аккумуляторы 18650 с припаянными проводочками. Вот. Для всяких тоже поделок моих. Такой набор. Ну, вроде качество вообще. Они, главное, еще зажимаются. То есть они отсюда даже не вывалятся. Ну, как бы, вообще лучше, чем паять. Стоит вообще копейки. Тяжелая фигня. Черным копейки. Ужасно. Прям вообще так. Это, короче, тормоза я купил для восстановления какого-то старинного велика. Вот, поездом каким-то. Да, масло машинным. Да, воняет нормально. Отвратительно. Посмотрим, подойдут они или нет. Что-то они стоили, короче, вообще рублей 30, что ли, такие тормоза. Да, это не вибрейки, а тормоза клещевого типа. Не помню, как правильно называется. Может быть, они подойдут на велик, может быть, еще заказать 5. Кубочка. Прям. О, вот это я очень давно ждал. Я буду реально тестировать. Видно, да, что это такое? Короче, 4 аккума. Вставляется. Там внутри фонарик, выход на 5 вольт, выход на 8 вольт для велофары и зарядка. То есть это универсальный, как сказать, коробочка универсальная. Она идет. О, даже чехольчик есть, прикиньте. Вот чехольчик. Да. Вот, то есть сюда вставляются 18650 аккума. И можно и 5 вольт получать, и 8 вольт. Получать для велофар. И заряжать аккумулятор можно, но там, наверное, не очень крутая штука, это зарядка. Не герметичная, без резиночки. Она, в принципе, не герметичная, потому что дырок много. Такая фигня прикольная. Это альтернатива спайкам. Аккумуляторным сборкам, точнее. Так, положим это в сторону. Бутылка держать. Это все знает, что это такое. О, вообще красный такой. Такого у нас еще не было цвета, да? Был розовый какой-то. А тут какой-то ярко-красный.
такой бордовый прям цвет. Ну, вот все на старые веры. Есть коробка, она замотанная, вот как будто там, я не знаю, что такое вообще можно. Я попробую ее как-нибудь, я даже не знаю, вот отсюда, да? Коробки прислали первый раз. Да, обычно вот целлофановых пакет. А тут прям коробку, короче. Открываем, кромсаем. Не жалеем скотч. Замотали, да, вообще реально. Ну. Поехали по порядку. Так. Вау, комплект тросиков. Смотрите. Шиза. Название. Гиза. Ну, Гиза, хорошо. Ну, блин, без наконечника. И будут там наконечники интересны. Комплект тросиков. Рубашек. Вот, вот тут прям ок. Так, давайте смотрим, что запечатано будет. Шма. Слушайте, ребята, это подделка. Это не настоящий Шимана. Что-то очень похоже, как у меня прям прилетело. Ну, оно что-то, я не знаю. Хрен знает. Ну, мне кажется, ну, не так даже, не такое качество краски ужасное, нет? Почему-то в другую сторону, по-моему. А, нет. Да нет, все правильно. Ну, а что не сбрасывают? Щелкает. Щелкает. Второй переключатель. Маленький. Да, это Шимана. Чуть не пойму. М360 маркировка у них идет. Вообще, по идее, это может, по-моему, или Асер, или Алтус. Ладно, он тяжелый, реально тяжелый. Шимана Асера. Вот, вот это уже похоже на настоящий. Уже блестящий, короче. Так. Че, вот здесь смазки. Так. И короче говоря, слизи. Просто тяжеленный пипец. Слушайте, а чем тяжелен? С наклеечкой. Это, блин, ну, очень похоже на настоящий. Не знаю, настоящий или нет. Короче, нету тут барашка. Должны быть такие штучки. Наконечники для тросиков. А, вот они, слушайте, положили. Короче, комплект. Комплект. Да, я покажу. Тут, оказывается, подоплетка. Они засунули. Есть вот эти штучки. Наконечники для оплетки. Вот, вот сюда вот должны еще вставляться такие хрени. Или это вот они. А, вот они. Вот они, да? Или нет? А, вот это. Вот это барашки, да, получается. Да, я думаю, нет. В общем, короче, вот этот набор полностью. А серы стоил на Али что-то 1500. То есть это очень дешево. Потому что только задний переклюк турнеевский у нас в магазине в Твери стоит почти 1000. Вот. А тут 1500 за полный набор и монетки, и переключатели. И даже вот это вот есть, и тросики, и наконечники, и рубашки. То есть вообще круто. Вот, вот такие вот товары.